Всем привет, друзья, с вами Беркли, и в этом видео мы будем играть за Тревора в образе Санта-Клауса в GTA 5. Так как вы знаете, недавно наступили праздники, и Тревор у нас решил воспользоваться этой ситуацией и ограбить банки. Ограбить банки мы будем вместе с этой командой, которую вы сейчас видите. Вот у нас Снегурочка, переодетая в Санта-Клаус, ну и там вот наши два помощники, деревенский Санта-Клаус и городской Санта-Клаус, вместе с нашим Тревором. Ну а грабить банк мы будем сегодня в Лос-Сантосе, так как до меня дошла информация, что туда недавно привезли брюлики и разные драгоценности ценой 1,5 лимона баксов. И я решил взять вот этот вот крутой автомобиль Санта-Клауса, к которому мы привязали оленей, чтобы они нам там помогали, но мы их потом отцепим. Конечно, мы бы могли взять вот эти вот снегоходы, но я думаю, люди больше поверят, что мы Санта-Клаусы вот с такими вот оленями. Ну, я бы не стал тоже брать вертолет и как бы вот этот вот автомобиль с коллекции моей, там Гелендвагена или же Ренжа, так как он довольно-таки дорогой, и машинку вот эту вот мы с оленями потом бросим. Оленей мы отпустим, а машину где-то бросим возле... Не знаю, как там нам удастся как-то улизнуть от копов, потому что мы ее как бы засветим, и копы ее потом будут искать. Поэтому ее нам нужно будет потом куда-то выбросить и оставить. Что ж, давайте поехали, садимся с нашей братвой, с нашей бандой Санта-Клаусов. Ну и тачка довольно-таки мощная, я вам скажу так. Ну и погодка у нас довольно-таки зимняя, как вы видите, у нас сильно замело. Кстати, вам там не очень холодно, там сзади как раз крыша не закрывается, да? Ну, я думаю, что не очень так вы примерзли. В конце концов, есть у вас борода, борода вас согреет, да? Ладно, ну и поехали, поехали, ребята. Как вы видите, да, снег у нас сильно заметает и очень-очень, ребята, плохая видимость. Я думаю, что копы нас все-таки как-то потеряют, и нам удастся от них улизнуть. Ну, конечно, нужно быть предельно аккуратным. Ну, а вам, ребята, если нравятся подобные видосики по GTA 5, тогда просто подписывайтесь, ставьте свои лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Кстати, у нас здесь какая-то погоня, да, я надеюсь, это уже не за нами, нет, это за каким-то хаммером. Видите, вот не мы одни, как бы, грабят банки вот в этом вот... городе даже. Ну, в Сэнди Шорс я бы не стал грабить, потому что вот здесь не такой большой куш, как в Лос-Сантосе, поэтому мы решили все-таки поехать в Лос-Сантос и ограбить центральный банк Флека Банк, да. И там как бы привезли сюда сегодня как бы брюлики, наш информатор за деньги, конечно, нам сообщил это все, что брюликов там довольно-таки много. Ну, и я думаю, что нам сегодня удастся это вот дело провернуть, так как копы все вроде бы сейчас празднуют, как бы не видно, вот по улице никто не едет, не патрулирует, даже вот в таком вот бандитском городе, как Сэнди Шорс. Ну и постараемся как-то это дело провернуть. Ну и доехали мы, ребята, уже в Лос-Сантос, и, кстати, вот банк где-то у нас здесь находится, в центре, возле елочки, так вот, и где-то вот здесь мы его будем сегодня грабить. Ну и выбор довольно-таки велик в Лос-Сантосе, но брюлики привезут сегодня именно в этот, как бы на праздники, будут, наверное, продавать, хорошо продается. И вот он, ребята, справа наш банк, так, вроде бы там какая-то очередь, да, или что, да, люди там какие-то все-таки есть. Давайте все-таки объедем куда-то и поставим наш автомобиль. Ну и потом уже там, когда будем возвращаться, отцепим оленей, чтобы они там не пострадали во время погони. Так, ну, здесь есть парковка, но я думаю, что сзади банка будет, в принципе, в самый раз поставить нашу тачку. О нет, ребята, там как раз поехала полицейская машина, вы видели? В принципе, я думаю, что они патрулируют этот банк. Я думаю, что вот как раз вот из-за этого, что привели сюда бриллианты, они вот наматывают сюда круги. Повернули они направо, давайте повернем и мы направо, то есть на парковку, и постараемся переждать, когда они уедут. Ну и где-то здесь оставим наш автомобиль с оленями. Так, вот вроде бы они поехали, да? Вот вроде бы они не остановились, а поехали. Так, вот ставим где-то его здесь. И, в принципе, я думаю, что вот отсюда будет легче всего потом браться от копов и отцепить оленей, да? Так, вот берем оружие, так, вытаскивайте свои стволы. И давайте погнали, погнали, ребята, быстро грабим и уходим. Быстренько это все дело провертаем и уходим отсюда. Так вот, полиции нету, все. Стоять, быстро, это ограбление, всем оставаться на местах, быстро. Поднять руки, живо. Поднять руки, так вот, стреляем по камерах. Вот, есть одна, одну вырубили камеру, вторую. Так, чтобы она нас не успела запалить. Еще одна, еще.
Вот еще две камеры осталось, и, по-моему, еще одна камера где-то там у нас в хранилище. Быстренько ее сейчас вырубим, что она нас не запалила. То есть я, в принципе, бородей, и мне все равно. Так вот, ну и коп, вот, получай коп. А ну-ка, деревенский Санта, отстреливайся, если что, не подпускай сюда копов. Так вот, работник банка, берем его и идем туда вводить код. А ну-ка, быстро открывай нам сейф, или работа эта тебе уже не понадобится. Я за свои слова отвечаю, если что, я пристрелю тебя. Так вот, если неправильно ведешь код. Все, он ввел код, ребята, и сидеть здесь, стоять, сидеть здесь. Так, и идем грабить наши бриллианты. Вот они, ребята, просто посмотрите, сколько здесь бриллиантов. Я уже взял две сумки и сейчас накидываем эти брюлики себе в сумку. Посмотрим, насколько их здесь есть. Ну, довольно-таки много. Все-таки наш информатор заслужил свою долю, и я оплачу ему его работу. И, возможно, мы еще потом пойдем на еще одно ограбление, если он нам даст неплохую наводку. Ну, возможно, это в следующий раз будет даже больше куш. Так, вот уже куш миллион почти миллион. Посмотрим, насколько здесь добычи. И я думаю, как раз на четверых это будет примерно вот одинаково, по 300 косарей, да, вот как раз на новую тачку, на новый дом, да. Все, ребята, забираем, ничего не оставляем, пока наши там ребята патрулируют, то есть не подпускают копов. И буквально-таки пару штук осталось брюликов, и забираем все. Все забрали, и нужно сейчас быстренько убираться отсюда, пока копы не прислали сюда более тяжелую артиллерию, там не прислали военных. А ты что, вот, Мишель, хочешь и себе брюлики? Ну, потом поделим добычу. И, ну, а ты стоять там, не нажимай на кнопку и не закрывай сейф, все. Все, ребята, выходим и отстреливаемся. А ну-ка, ну, этих вот заложников мы уже оставляем здесь. Постараемся как-то отстреляться. Ну и, как видите, копы нас уже почти зажали, да, вот, ну, мы постараемся еще как-то отсюда убраться и перестрелять их. Вот так вот просто, получай, коп, вот, с калаша накидываем их. В принципе, калаш у меня довольно-таки мощный, вот, все, получай, вот еще один. Да, вот еще копы налетают. Так, вертолет, говоришь? Ну, сейчас я его собью. А ну-ка, попробуем его сбить. Вот сейчас вот наш гранатомет. Вот, получай вот так вот вертолет. Все, попали, ребята. И накидываем еще полицейских. Полицейских вот так вот быстренько накидаем. И все. По-моему, копов уже нету. И можно уже идти к нашему автомобилю и как-то отсюда убираться от копов. Так, ну, копы продолжают наезжать и зажимать нас, да. Но мы постараемся как-то отстреляться. Вот давайте, наша команда, давайте за мной. Банда Санта-Клаусов сегодня ограбили банк. Чувствую, это будет во всех новостях Лос-Сантоса, да. Вот банда Санта-Клаусов навела шуму в Лос-Сантосе. Самый Новый год. Получай, вот, полицейский, получай, вот. Конечно же, каждый Новый год празднует по-своему, ну а Тревор, конечно же, в своем репертуаре, как бы, какое ограбление, какой Новый год без ограбления банка, да? Да, ребята, ну а вам, если понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ну а мы продолжаем как-то отстреливаться от копов и постараемся как-то добраться до нашего автомобиля, чтобы как-то отсюда уехать, да, вот, и чтобы копы нас уже потеряли. Все, вот буквально последний коп, но как-то вот еще один спецназовец, да, несколько штук. И получаю, вот всех вроде бы перестреляли. Но еще одна машина, да, вот они продолжают наезжать сюда. Ну, попробуем сейчас, я попробую сейчас взять гранатомет и опять-таки их, вот это вот, сбить их, да, вот взорвать. Возможно, вот так вот нам удастся более быстро прорваться от этой вот облавы копов. Ну, конечно же, мы ограбили довольно-таки приличную сумму и, конечно же, навели шуму в Лос-Сантосе. Все, вот еще один вертолет, и попали в него. Так вот, и все, еще одна полицейская машина. Ну и давайте, ребята, садимся в наш автомобиль. Давайте быстренько за мной, банда Санта-Клаусов. Так вот, еще одну гранату им напоследок кинем. Так, Мишель, отцепляй оленей быстренько и садимся в наш автомобильчик. Так, конечно, вот жалко оленей, чтобы они там не пострадали. Вот, отцепляй оленей, все, отцепило вроде бы, да, вот. Все, садись теперь в нашу тачку, да, вот. И уезжаем отсюда, вот так вот садись и быстренько отсюда уезжаем. Все, оленей мы отцепили, ребята, и... Но полицейская машина, как видите, нас развернула. А ну-ка, получай, вот так вот сейчас накидываем. Отстреливайтесь, Санта, отстреливайся. Деревенский Санта, ты где забыл свою пушку? Ну, конечно же, твои факи не помогут здесь отстреляться.
попробуйте взять микро-СМГ и как-то отстреляться от них. Так, вот сейчас вот, ну-ка, получай, вот сейчас разобьем стекло, все. Вроде бы никого нету, погони уже вроде бы нету, да. Ну, я думаю, сейчас нужно найти какое-то место, чтобы укрыться и потом уже сменить тачку, чтобы нас эти вот копы Лос-Сантоса потеряли. Так как я думаю, что все-таки деревенские копы, они более такие вот, не более такие суровые, как в Лос-Сантосе. В конце концов, там в Лос-Сантосе есть у нас, видите, Ефибе, да. Ну, в деревне только шериф нами будет заниматься, если он нас все-таки найдет. Ну и постараемся куда-то вот сейчас угнать от них. В конце концов, наша тачка довольно-таки валит. Так вот, а ну-ка давайте-ка сюда налево свернем. Где-то я вот видел там какую-то свалку. Вроде бы они, ребята, нас уже потеряли, потому что я уже не вижу никакую полицейскую машину, да. А вроде бы все чисто, вроде бы все чисто, вот. Ну, я думаю, что самое время сейчас куда-то свернуть, чтобы оторваться от копов. Так, ну вот, еще, конечно, еще одна полицейская машина, я не ожидал, конечно же, но мы постараемся от нее оторваться вот здесь. Вот это вот погоня, ребята, да, конечно, вот такую вот погоню я не ожидал из-за каких-то брюликов, всего там мы сорвали там куш на 1 700 000 где-то вот, бриллиантов мы украли. Ну, на четверик это как бы не очень-таки большая сумма, где-то по 400 000, да, на одно лицо, да, вот получается так. Все, оторвались мы еще от одного копа и постараемся сейчас куда-то уехать. Там, по-моему, есть какой-то выход с этой дамбы, да, и постараемся где-то там спрятаться. Ну, а копы продолжают нас зажимать и уже нас зажали, да, но я решил все-таки выйти и отстреляться и израсходовать весь свой запас РПГ. Сейчас вот быстренько отстреляемся от них и потом уже, я думаю, что нам удастся куда-то уехать от этих проклятых копов. Вот еще полицейский. Вот что я и говорил, вот в Лос-Сантосе столько копов. Ну и я не ожидал, что в Новый год где-то вот столько копов будет. Наверное, они все-таки подняли всех копов, что у них были, и против нас, против бриллиантов. Так, вот еще один вертолет, ну-ка попробуем его сбить. Так вот, получай, вертолет. Ну, как бы мы промазали, да. Вот, отстреливайся, плохой Санта, деревенский Санта. Ну, ты у нас, конечно же, с калаша стрелять по вертолету, это же, конечно, тоже круть. Так, сбили мы вертолет, все. Еще одну полицейскую. Ну, еще одна, давайте еще куда-то туда стрельнем, чтобы до конца уже оторваться от этих копов. И, на, получай вот так вот с пулемета, накидываем их быстренько. Вот, получай, все. Ну и сейчас я думаю, что в самый раз можно куда-то быстренько скрыться. И там, по-моему, есть, я когда-то видел планы этих вот дамб. И там есть какой-то тоннель, и туда можно, я думаю, будет заехать. Как раз мы вертолет сбили и быстренько сейчас оторвемся от копов, от автомобилей коповских. И вот там вот где-то прямо сейчас, наверное, что-то будет. Продолжаем ехать. И главное, чтобы не был там какой-то тупик, потому что вот придется менять план. Я уже видел какой-то люк, да, вот там мы только что проехали его. Вот еще один полицейский, ну ты, конечно, дал, вот прямо вот нас заехал, вот он. Все, все, я, конечно же, нужно как-то оторваться от них. Все, вроде бы они нас, ребята, потеряли, потому что я уже не вижу там впереди никого. Сзади нас вот сейчас Мишель отстреляется. Все, копы нас уже точно потеряли, ребята. Ну и мы можем сейчас быстренько сюда свернуть от копов. Все, копы, это конец, ребята. Добыча, можно сказать, уже наша, потому что вот здесь они нас точно уже не найдут. Ну а если найдут, то мы их быстренько отсюда выкурим с этой вот крутой канализации. В принципе, у меня был примерно вот такой вот план, чтобы сюда где-то скрыться в какой-то канализации, да. Ну, нам не привыкать, что не сделаешь ради крутой добычи, ради денег, да. Ну и сейчас нужно где-то остановиться нам и поделить нашу добычу поровну. И потом уже нужно бросать тачку нашу и куда-то вот ехать в наш Sandy Shores одной. Ну и вот, ребята, мы остановились разделить добычу, так как нас копы уже потеряли. И 1 777 500 баксов мы уже с вами заработали за это ограбление. Ну и можем спокойно их разделить на четверых. Ну давайте, в принципе, все-таки доберемся сначала до Sandy Shores, и потом это вот все уже добро разделим поровну. В принципе, я знаю, где-то здесь есть выход на автостраду, и постараемся как-то оттуда угнать какой-то автомобиль гражданский. И потом я даже гражданский тоже его сменим на еще один. Ну, как бы нам нужно сейчас добраться
в основном, чтобы нас так не заметила полиция, то есть до Сэнди Шорс добраться. Ну и вот сюда вот сейчас заезжаем, и сейчас где-то здесь вот бросим наш автомобиль, и потом уже сменим его на какое-то другое. Все, бросаем здесь нашу тачку. В принципе, давайте я ее сейчас бомбой-липучкой заминирую, чтобы не оставлять каких-то крутых следов, что мы здесь это вот делали ограбление, что мы сюда улизнули. Все, взрываем ее, сейчас быстренько отходим. Давайте отходите по-быстрому, все, взрываем ее, все, наша тачка взорвалась. И нам нужно сейчас как-то вот где-то здесь есть выход на автостраду. Ну и как раз там какой-то мост. Я думаю, что если вертолет и будет патрулировать, он нас, конечно же, не заметит. Так, вот сейчас, ну, вроде бы рабочих здесь нету, все чисто. Заходите, заходите, ребята. Банда Санта-Клаусов проделки свои уже сделали, ограбление сделали успешно. Ну и сейчас нам нужно вот взять где-то там оттуда вот автомобиль гражданских, угнать как-то. Ну, я думаю, что с оружием нам нужно все-таки его спрятать, потому что если они нас увидят, то сразу же дадут по газам. Конечно же, никто не остановится. Так, вот сейчас вот выходим. А ну-ка, сэр, стойте, помогите нам, помогите, мы Санта-Клаус. Сэр, остановитесь, пожалуйста, нас нужно подвести. Ну, никто не останавливается, ребята. А ну-ка, Мишель, попробуй ты. Ну, не так же, Мишель, ты что? Они тебя сейчас собьют, ты что? А ну-ка, останавливайся, быстро. Остановился, все, выходи из машины. Ну, примерно вот так надо было, да, Мишель? Все, садимся. Садимся в нашу тачку. В принципе, здесь 4-местная тачка у нас. И быстренько отсюда сваливаем, ребята. Сваливаем в Сэнди Шорс. Но сольемся в потоке. Я думаю, что нас полиция не заметит. Ну и потом еще сменим наш автомобиль на еще один. Ну вот, ребята, мы уже сменили вторую тачку по дороге в Сэнди Шорс. По пути нам попался неплохой внедорожник. И уже едем делить добычу в наш дом. Ну а тачку эту можем где-то вот здесь вот бросить в воду, утопить ее, чтобы нас не нашли копы, чтобы не нашли наш автомобиль, чтобы не вышли на нее и так дальше. Сейчас вот быстренько вылазим и идем делить свою добычу. Так вот, выплываем на берег, и все. Так вот, я надеюсь, все уже переплыли эту реку. Ну и тачка пусть остается уже там. Ну и вот такое вот у нас, ребята, ограбление получилось. Так, деревенский Санта, я думаю, ты уже доберешься здесь лесами. Ты здесь, в принципе, недалеко живешь. Ну а этого другого Санту я уже подброшу куда-то вот в Лос-Сантос, куда им там захочется. Мишель тоже. Уже поедем с ней, куда вот они захотят. И подброшу их уже на своем автомобиле. Ну и вот такой вот у нас, ребята, получился летсплей. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки, пишите свои комментарии. Если вот нравятся подобные летсплей, буду делать чаще. Ну и, само собой, подписывайтесь на канал, чтобы видеть их в дальнейшем на канале. Ну а я сейчас иду за Тревора, то есть делить добычу и уже там считать, пересчитывать свои денежки. Спасибо вам большое за просмотр, до свидания, всего хорошего.